Всем привет, ребята! Ну что ж, пока мы в ожидании новых акций, мы сегодня откроем некоторые старые новые акции и просто распакуем много интересных штучек. А также я хотел у вас спросить, знаете ли вы один интересный секрет. Ладно, давайте обо всем поподробнее, что у нас тут есть. Из последних тайна пятой планеты у нас осталось, скрипыши топ тут есть, и кирсы 2 попались под руку. Чуть-чуть пораспаковываем. Также есть вот такой вот чудо-робот. Ребята, кто не видел про него ролик, зайдите на канал, обязательно посмотрите. Очень интересный робот, но просмотров почему-то очень мало. Так, давайте по чуть будем открывать. Всего понемногу. Начнем с тайны пятой планеты. Здесь у нас попадается вот такой вот черная гаечка. Как они? Космокрепсы, космопуллеры. Это кто? Это крепс? Это крепс. Это крепс. Так, давайте будем сюда выкладывать. Сейчас это подвинем. Вот тут какая-то запчасть. Так. Кстати, ребят, когда мы про них снимали распаковку, нам попался вот такой вот сдвоенный пакетик. И там уже был, я уже не помню, что там было, но тут вот у нас, что у нас, космопуллеры, космокрепсы. Вот такие там вот. У нас было две ракеты. А, две ракеты были? Да, вот. Сюда видишь, я просто засунула. Видишь, как ты все помнишь? Я плохо помню. Так, давайте скрипыши топ откроем. И скрипыши... Вот здесь козел попадается нам вот такой. Так. Стикерсы 2. Так, ребята. Стикерсы у нас попадаются вот такой вот, что это, как-то взрыв мозга, по-моему, его звали, да? Так, у тебя что попалось? А, кактус, семейка кактусов. Я думал, отрезан, нет, он тут чуть-чуть замят просто. Так, ну ты хочешь, ты стикерсы открывай, я буду скрипыши открывать. У меня в скрипыш попадается пельмешка. Подожди, мимо. Это вот такие кис-кис-ми. Милые такие стикерсы были. Помните? Так. Теперь. Тайна пятой планеты. Это опять... Как это? Космокрепс? Все их путаю. Крепс. Ребят, вообще, короче, если честно, тут остались одни космокрепсы. Куча-куча космокрепсов. Потому что они очень легко прощупываются. А это у нас топ... Или пуллер. Ладно. А тут юбилейный у нас попадается. Вот такой с блестками. Красивый топ-скрипыш. Так. Я тоже топ-скрипыш открою. Одинаковые. Я уже не помню, как их зовут. Так, ладно. Идем дальше. Теперь стикерсы глянем. О, кстати, ребят, тут в коробочке попали, смотрите, какие стикерсы, вернее, это не стикерсы, кто помнит, как их зовут, вот такой вот, не знаю, что это, бутерброд, такой гамбургер, бургер такой вот из героев, да, герои, супер, герои Марвел, это мы когда-то делали, по-моему, 100 слоев вот этих вот. Стикерсов, не стикерсов, начивки их звали, да? Вот такие. Вот они все склеились. Но они еще в рабочем состоянии, кстати. Вот так вот завалялся вот такой вот у нас бутербродик. Так, что у тебя? Очередной желтенький. Крепс попадается. Так, у меня что тут будет? У меня попадается вот такой. А что у тебя? Голова одна. Ладно. Смотрите, попалась упаковка. А точно нету вот этой? Да нету. Пустой пакетик? Ага. Ребят, смотрите, вот такой бракованный попался. Одна головешка, вот без такой вот петелечки. Кто-то зачем-то оторвал голову козленку. Непонятно. Откуда такой берется? Так. Что-то там застряло такое большое.
Злюся. Вот такой котенок. Зеленый котенок Злюся. Попадается. А тебе что? Попал мне. Ага. А 4 попадается тебе. Отлично. Так. Теперь ты на это перешла, да? Давай я топ-скрипуши открою. Ребят, вот смотрите, у нас получается тут 3 акции. Нет, даже 4 попалось, да, получилось. Вот капучинка. А давайте напишем вместе с вами, кому какая акция больше нравилась из этих. О, это мистер Какашич. Смотрите, какой он блатной в очках, типа не при делах. Я хочу вот эту. Открывается. Так, здесь у нас 1% на нуле. Пулер. Очередной пулер. Угу. Так. Да, наверное, вот пельмешка. Пельмешка на скейте, смотрите. А, наверное, самые внимательные заметили, что там киндер какой-то завалялся в этой коробочке. Пирамидка. Да, сейчас мы вернемся к этому киндеру, посмотрим, что там. Если честно, уже сам не помню, что. Так, дочь, подожди, пока давай-ка посмотрим, что за киндер у нас тут завалялся. Помнишь, что это такое? Принтер. Принтер? Принтер. Я уже плохо его помню. Вот у... Ты его искала? Принтер, да. Я так его положила. Ой, оторвал. Так, что тут? Тут он что-то прогоняешь пустую бумагу через эту, и получается фотография. А где бумага? Интересно, давайте смотреть. Вот какая-то бумага. Давайте посмотрим. Вот бумажки. И они там что-то... Там что-то есть, просвечивается, кстати. Надо... Давайте сейчас посмотрим через принтер. Давай. Так, а что? Как он работал-то? Я уже что-то не помню. Инструкцию прочитай. Мы вообще его делали. Так, это сюда, если заходит... Мы его вообще здесь выходит. Не делали, да? Мы его собрали и... Ребят, есть ощущение, что вот там какая-то просвечивается, еле просвечивается, какие-то картинки, что сюда или водичку надо добавить. По-моему, мне кажется, водичку. А вот эта штучка что-нибудь делает? Ага, тут вот такая сеточка. Тут, скорее всего, должна быть... Должен быть какой-то поролончик или что-то такое. Секунду. Ну да, вот тут вот, в принципе, и нарисовано, что капельки сюда мы капаем водичку. И в принтер засовываем вот эту белую картинку, и выходит уже цветная. Но у меня есть такое ощущение, что вот здесь вот должна быть какая-то, может быть, не знаю, может губка должна быть, может не должна. Давайте сейчас мы водички капнем, посмотрим, что из этого получится. Вот так вот. А ты чуть-чуть капнула, да, уже? Я палец не начала. Слушай, а давай попробуем, прям может сюда налить, не знаю, водички. Сейчас мы сюда капнем воды побольше. Итак, ребята, налили сюда водички, давай теперь. Вот наша фотография, да, или что это будет? Принтер печатает, непонятно вот это зачем. Крутить может. Не крутится, подожди. И вот проявляется, надо подождать немножечко, наверное, проявляется фотография. Ой, я не устану. Что за фотка появилась? Это жираф. О, такой смешной. Это жираф? Это жираф. Больше похож на какого-то, я не знаю, насекомого. В общем, вы поняли, ребят, вот такая штука. Давай вот так их вместе склеим. Сейчас тот тоже намокнет. Ну-ка, что получилось? Так, здесь же... Намочи ее, короче, не будем долго ждать. Такой вот странный принтер из киндера. Ребят, вам когда-нибудь попадались такие игрушки? А вторая фоточка вот такая, ребята. Узнали? Это тот самый горилла, вот он. Это не мой походу друг. Да? Жираф. Это друг жираф, да. Ладно, переходим к нашим распаковочкам. Вот такой вот прикольный был у нас киндер. Убираем его в сторонку. У меня пирамидочка. Ага. Так, у меня кактусик уже у нас были такие. Юбилейный был, да. Открывай еще. Так, дальше у нас... О, эспрессо.
Патроном. Патроном эспрессо. У тебя что? А, очередная вот эта вот. Я даже не знаю, кто это, Снежная королева или кто. Лава-лава А4. Сейчас захейтит меня за Снежную королеву. Так, лава-лава А4. Да, вот А4 вот и такой газировочек. И все, у нас эта коробочка закончилась. Все, топ-скрипыши закончились. Вот стикерсы еще чуть-чуть остались. Давайте их уже досмотрим. Ага, очередной эспрессо. Так, тут у нас еще один эспрессо. А, вторичка. А у тебя что попалось? Кис-кис. Обнимусь. А, уже были, да. Вот они. Мне что-то пустой пакетик попался. Это вот, обнимусь. Мой самый любимый стикерс. Это какой? А, давай-ка посмотрим его. Вискас. Вот такой вот вискас. Вот, друг тебе, помощник. Очередной. Все? Да. Ну вот еще одна коробочка закончилась. И остались у нас только тайна пятой планеты, в которой одни вот эти вот пуллеры, да, ребят. Можно просто разных цветов. Или пощупать. Да. Везде они все прощупываются. Здесь пуллеры, 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 пуллеры. Здесь вообще пустой пакет. Их очень много. Интересно, что из них можно сделать такого? Надо будет подумать. Может, у кого-то есть идея, тогда напишите нам в комментарии, ребят. Ну и также не забывайте смотреть ролик про вот того интересного робота-акробата. Он очень-очень интересный. Зайдите на канал, посмотрите. Ребят, ну вот такие акции. Три акции, даже четыре, учитывая вот этот вот бутерброд, который нам попался, да. И напишите, что вам больше всего из этого нравилось, а какая акция больше нравится. Ну а на этом я вам говорю пока. Пока, ребята.